10 школ скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой откроются в Подмосковье этим летом. Одна из них будет работать в Люберцах. Занятия будут проходить бесплатно в течение 3 месяцев по 3 раза в неделю. И что самое главное, под контролем инструкторов-эндокринологов. До конца июня на территории Московской области планируют открыть 10 школ скандинавской ходьбы под руководством Ирины Слуцкой. В начале апреля в Дмитрове была проведена учеба по повышению квалификации для врачей-инструкторов, которые будут учить пожилых людей, как правильно заниматься ходьбой, чтобы не навредить здоровью, а напротив, максимально увеличить пользу от подобных спортивных занятий. То, что скандинавская ходьба приносит здоровье, уже никем не оспаривается. Свежий воздух, общение, движение – это те составляющие, которые помогают в профилактике различных заболеваний, в том числе и сахарного диабета. Со временем подобные оздоровительные курсы появятся во всех городах Подмосковья. Алина Серзидинова, телеканал ЛРТ.